было время, люди только лишь мечтали посмотреть на нашу землю с высоты. Но однажды совершил полет Гагарин и открыл для нас межзвездные мосты. Тем, кто стремится к цели, откроются все двери. Я знаю, тоже веришь ты в силы свои. И в этот день весенний необыкновенный тебя я поздравляю с днем космонавтики.